В музее Тюмеревской средней школы Янтиковского района открыли памятный стенд, посвященный генерал-майору Федеральной службы исполнения наказаний Василию Федорову. В этой школе учился будущий офицер. Свою трудовую деятельность Василий Валерьянович начинал с инспектора, затем был заместителем начальника. В октябре 2013 года был назначен на должность начальника управления режима и надзора в СИН России. Спустя год получил звание генерал-майора. Он стал первым выходцем из Чувашии, который получил столь высокий чин в системе исполнения наказаний. На памятном вечере, посвященном дню рождения Василия Федорова, коллеги и близкие возложили цветы к его могиле.